Еще раз всем привет. 1 июля 2020 года. Обнуление президента. Это у нас избирательный участок в ДК Калинина. Сейчас попробую зайти туда, посмотреть, что там творится. Я здесь не пойду. Почему? Потому что не хочу, потому что мне на меня плохо влияет. Хочу здесь пройти. Пройди, пожалуйста, что у вас в сумке. Что у меня в сумке? Да. Вы кто? Запрещенный патрульно-постовая служба, прапорщик полиции Сибирь. С этого надо было начинать. В сумке у меня ничего запрещенного нет. Покажите, пожалуйста, откройте. Это что, осмотр, досмотр? Это внешний осмотр. Внешний осмотр? Да, на наличие. Осматривайте внешне. Внутри, пожалуйста. Так это досмотр или осмотр? Осмотр. Вот, осмотрели? А наличие запрещенных предметов. Прапорщик, вы посмотрели? Наличие запрещенных предметов, пожалуйста. Это осмотр. Если это досмотр, это не делайте по закону. А по закону вы знаете как или не знаете? Тоже вас научили? Конечно, знаю. Вы просто откройте, покажите. Не хочу открывать. Через рамочку? Нет, не хочу. Не хочу. На меня рамочки плохо влияют. А вы кто? Я сотрудник полиции. Сотрудник полиции. Знаете, наверное, закон о полиции, да? Да, знаю. Ну, значит, исполните статью 5 закона о полиции. Вы хотите, чтобы я назвалась? Я хочу, чтобы вы исполнили закон о полиции. Вы знаете, что видеозаписи без моего согласия выкладывать нельзя, да? Нет, не знаю. Не знаете, а что мне за это грозит, если я выложу? Что грозит мне за это? Расстреляют меня? Нет, не расстреляют. Повесят? Не расстреляют. А что? Ну, пресс-служба будет тогда наша. Хорошо. Кто вы? Я сотрудник полиции, майор полиции Быкова Инна Юрьевна. Так. Быкова Инна Юрьевна? Быкова. Быкова. Значит, я хочу пройти на участок избирательный. Проходите, пожалуйста. Только сейчас вам измерю температуру. Вы без проблем. Обработают руки. Да. Пожалуйста, я обработал уже. Я... Можно металл детектором? Пожалуйста. Что-то у вас там металлическое есть, да? Металлическое есть. Ключи есть. Камера есть. А внешне можете просто открыть? Мы не внешне? Вот внешне. Нет. Нет, не хочу открывать. Если это досмотр, тогда... Это не досмотр, а осмотр. Вот, осмотрели? Ну, у вас металлические предметы есть. Так. Вы должны сумочку открыть. Запрещено металлические предметы сюда? Да, проносить. Мы не знаем, может, там у вас нож. Так, полицейский, тогда у меня вопрос. Вы снимаете на свой телефон? Нет, я ничего не снимаю. А? Я ничего не снимаю. Не снимаете? Нет. Значит, согласно вашим должностным обязанностям, если вы снимаете на личный телефон... Я вам сказал, еще раз говорю. Тогда вы должны предупредить были меня. Я еще раз вам говорю, я ничего не снимаю. Значит, металлические предметы, вот телефон. Вот здесь телефон, да? А ты быстро, что телефон? Здесь вот тоже металлическое. Здравствуйте, проходите. Это газ? Да. Рязанский. Все? Да. Вы что, обработали? Нет. Температуру, да, не мерили тоже? Не мерил. Все хорошо, проходите. Вот еще один избирательный участок у нас. Посмотрим, что здесь творится на этом избирательном участке. На этом избирательном участке у нас... Здравствуйте. Четыре человека голосуют.
за обнуление. Голосует 4 человека. Где-то здесь еще есть участок? Ну, 3 участка у нас здесь. 3. Все, больше нет? Нет. Ну, вот такое обнуление у нас в нашей стране. Здесь выход. Здесь выход. Клоуны какие-то сидят. Заходят сюда. Как видите сами, народу немного. Практически нету народа. 4 человека на 3 участка. Вот это ДК Калинина. Всем пока. Не дайте себя обмануть. Похоже, здесь что-то разворачивается грандиозное. Устанавливаются колонки. Сейчас будут зазывать народ обнуляться. Обнулись. Очень-очень прискорбно, что такая ситуация у нас в стране. Полиция не знает законов о полиции. Люди идут обнулять нашего вечного президента, которому давно пора на пенсию. Мягко говоря. Ну, как видите, 4 человека на участке, но еще двое зашли. 6 человек на участке. Самое интересное, что потом действительно цифры будут впечатляющие. 50-60% населения якобы приходило на участки избирательные. И процентов 70 за обнуление проголосовали. Ну ладно, всем пока.